Всем здраво! Добро пожаловать в микровод. Хотя не знаю, насколько он будет микро. Все-таки я сейчас иду в башню магов. Тут я вроде все свои дела закончил, правильно? Можно выдвигаться. Приласкали Гавгавыча. Это где мне нужно 10 гранатов? Тут я квест один сделал. Это, в принципе, мобе сделал. А где должен был принести 10 гранатов? Я забыл. Ага. Тут в Денерим нужно вернуться за наградой. Так, ладно, выдвигаемся. Поняла. Действительно. Да. Да. А что здесь? Земли Бана Лорена. Кому мы сюда зайдем еще? И сюда, и сюда, и сюда. Го вот так. Так, я не понял, каким образом я в Денерим пришел? Как это произошло? Заставка? Но я не шел в Денерим. Сир, я узнал еще кое-что. Да. В общем, похоже, что битва прошла именно так, как вы и... Отец, я хотела бы знать, чего ты добиваешься? Давай сражаться с порождениями тьмы, а не друг с другом. Мы заставим знать подчиниться и победим порождение тьмы. Это не настоящий мор Анора. Только тщеславие Кайлона требовало, чтобы это было так. Прошу прощения, сир, но мор это или не мор, скоро не останется людей, чтобы сражаться с порождениями тьмы. Кайлон звал на помощь орлесианцев, разве не никогда! Мэрик и я прогнали этих мерзавцев! И мы не станем встречать их с распростертыми объятиями! Отец, нужна помощь, нам не справиться в одиночку. Карлден выстоит и без помощи! Я позабочусь об этом, Анора. Ты должна верить в меня. Это ты убил Кайлона. Смерть Кайлона – дело рук самого Кайлона. Чё за поехавший? Так. А каким образом мы в Денерим подходим? Впрочем, мне игра не позволит свернуть. Я пошел, забрал награду за квест. Старый Тегрин, торговец. Так у тебя есть деньги, странница? Все дороги в Арзамар перекрыты, и старый Тегрин может продать тебе что-нибудь со скидкой. Прекрасное оружие и доспехи. А кто тот чел, который продал мне... Который продал мне жезл нерабочий, мне бы его найти? Покупай что-нибудь или уходи, понятно тебе? Темперамент. Что он ничего хорошего не продает. Скажу я вам так честно. Какие-то помои. Че за мусор? Ни одной хорошей шмотки нету, литерали. Печально. Лучше с этим не тянуть. Блин, прямо в Денериме, но не могу в него повернуть. Сори, игра не позволяет. Почему мы должны идти по дороге вот так вот поворачивать? Чё за бред? Ладно, ладно. И чё здесь? Чисто полутаться? Солдатский дневник?
Вы выяснили, что новобранцы из Истхиллского отряда погибли все до единого. Расскажите эти печальные новости у церковной доски объявлений. Все? Настолько изи непрочувствованный квест? Не понял. Просто волки? Два волка решил напасть на такую бригаду. Понимаю. Окей, три. Почему я промахиваюсь? Это я блок ставлю пока, да? Чё за рофл? У тебя нет никаких умений. Одно отчаяние. Эти волки с автолевелингом или что? Они какие-то сильные. Еще и промах по КД. Кстати, у меня блок появился, когда я прокачал вот эту штуку, ускользание. Это оно? Я думал, избежать атаки, это значит задоджить. А я, короче, ставлю блок. Но это не совсем идеально, потому что когда я ставлю блок, насколько я понял, я же не бью. Я даже не уверен, что это хороший навык. Я же теряю ДПС, если я ставлю блок, разве нет? Как мне кажется. Потому что блок сбивает мне атаку. Я этим займусь. Я не думал, что я буду терять ДПС из этого. Лучше с этим не тянуть. Интересно. Но какие-то сильные были. Что за хрень? Глупая тварь! Удирать надо, а не нападать! Вы поняли? Я этим займусь. Волчары позорные. А вот и ваши проблемы. Из-за чего же ты смешно? Да убей их, алё! Эти анимации лишние добивают. Анимация добивания, к чему она? Умри уже! Какое-то супер большое количество собак. Лучше с этим не тянуть. Спорим, я убью. Еще? Двух ударов. Звучит как медведь. Это босс-медведь. Че за рофл? Хочешь драться? Давай драться. Почему? Что происходит, гайз? Что это такое? Я его парализовал? Бедняга. Что мы с ним сделали? Соответствует нашему разрушительному пути. Как у него перед смертью хватает сил встать на две лапы? Да. Одного волка не залутал, но это не критично. Там копейки. Так, ну пошли отсюда. Туда пошли, в Денарим зайдем. Варфал не бала. Все пытаюсь дойти до... Да, блять. Да шо ж такое? Существа? Это еще что? What? Сколько их? Пораженные тьмой. Ну, пойдем. Ага, что нас дамажит неплохо так. Сколько их? Блять.
промахи, бля. И мне не очень нравится блокировать. Ладно, ладно. Все? Крикун какой-то. Убейте его. Что мне эти блоки не по душе? Теряю ДПС из этого. А что все я? Что все я? А я не знаю. А что все ты? А что все ты? Лучше с этим не тянуть. Вы благодарны? Мы сражаемся на твоей стороне, страж. Награда будет? Я так понял, нет. Мы сражаемся на твоей... Сейчас, погодите. Так, я вернулся. Здесь мы закончили вроде. Мы сражаемся на твоей стороне, страж. Никакой награды, ничего. Как обычно. За мои труды. А где выход? Почему у меня опять слетели бафы у всех героев? Че за блядство? Ну, не у всех, но... Сколько можно? Магия должна служить человеку, а не человек магии. Хватит одно и то же говорить. Грязны и порочны те, кто принял дар его и обратил против детей. Хотя был он пронзен сотней стрел, хотя страдал от великого множества ран, больших и малых, оставался он тверд сердцем и шел далее. Держи в курсе. В три золота мне интереснее. Прокляты они. И не найдут они покоя. Кромешная тьма перед первым лучом рассвета кажется вечной. Так, и мне еще нужно вроде зайти в таверну, если не ошибаюсь. Сари и Тани я доставил, а Ирении, кстати, еще нет. Знай, однако, что сон неизменно. В Редклифе я еще не был. Лучше с этим не тянуть. Новых квестов нет. Кого мне надо убить, кстати? А, это посол какой-то. Как приятно вернуться в цивилизованный мир. Во всем южном пределе невозможно. Дело сделано. Что я могу предложить тебе, незнакомка? Я награду не получил? А. Тут надо говорить, что ты закончил. Окей, еще 4 золота. 7 золота. Цемени. Что я могу предложить тебе, незнаком? Оп. Какие-то лжесвидетели. Так понимаю, кого-то нужно убить. Поищите 3 лжесвидетелей, обвиняющих Дед Доходяга
Франк отсиживается в убежище на озере Каллинхат. Кам из Редсайда околачивается по лавкам Денрима. Хм. Да здесь. Поняла. 48 золота уже. Переход на олигархичи. Так, нужно тут убить прям... Прям здесь кого-то? Кам. Колачивается по лавкам Денрима. Кам, 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 кам. Блин, я еще какого-то чела ищу. Хрен знает, где его ищу. Какого-то Рексела. Гномьи изделия. Превосходные гномьи изделия прямо из Арзамара. Лучших нигде не найдете. Да, конечно. О! Кам и Рексел. Где их искать? Самани. Кам и Рексел. На днях я говорил с одним охотником, и знаешь, что он сказал? Мне интересно, что он там сказал, твой охотник? Кам и Рексел. Один из них околачивается по лавкам Денрима. О! Камыч. Так понимаю, придется убить всех его телохранителей? Я знал, что так и будет. Все деньги потратил, чтобы подготовиться. Так что меня голыми руками молодец. Не возьмешь. Что-то... Ну, вряд ли тебе это поможет. Лучше замереть. Тут нет никаких умений. Одно отчаяние. Посмотрим, из какого ты теста. Что-то не чувствуется. Не факт, что мы убили плохих людей? Хм. Ну ладно. Добро пожаловать в чудеса Теда. Один? Стоит продать, думаю. Кольчуга Сильверит. Продать. Вот эти вот броньки реально хорошо стоят. Меня это радует каждый раз. Изи деньги, изи жизнь. Рецепт гремучей смазки. Купить, что ли? Какая-то гремучая бомба. Куплю смазку. И тут, по идее, ничего не надо. Шанс парализовать цель. У меня вроде такая есть, да? В оружие вставлено. Где-то кольцо, которое я хотел купить. Вот оно. Кольцо веков. 20 к 7 резистам. Я его по-любому куплю. Когда будут средства. Так, гремучая смазка и... Бомба. А ну-ка. Да, друг мой. Я могу делать бутыль с кислотой. Я могу делать животный яд. Я могу делать экстракт из корня смерти. У нас вроде яды закончились, или мне кажется? Они у нас еще есть, вот это вот.
Давайте потестим новые рецепты. Добро пожаловать в чуде... Понимаю, я же их не могу выбить. Ну, жалко немного денег, ну ладно. Окей. Гремучая смазка. О, замороженная молния. А то я не знал, куда их девать, когда их выбивал. Что с ними делать? Скверненный реагент. Так понимаю, гремучая бомба это жестче? А гремучая бомба молнией коцает. А это кислотой. Вот и вся разница, грубо говоря. А это смазать оружие на электричество. Покрытие, яды. Или я могу смазать ядом и этой штукой, кстати, возможно. Скверненный реагент. Так ладно, проебали золото ни на что. Бывает. Let's go. Вот теперь мы точно идем к магам. Вот теперь точно. Теперь ультра точно. Пик солдата. Мы обязательно на базу серых стражей, или я там опять сейчас застряну, какие-то квесты буду делать. Давайте уже в следующий раз. Го сюда. Заодно сюда, а потом уже точно сюда. Все. Давайте это уже пропустим пока. Убирайтесь прочь с земли бана Тельмина! Лагейну не поставить нас на колени! Лагейн регент, и он требует, чтобы вы... Мы не орлесианские прихвостни, и на верность никому не присягали. Уходите! Возьмем их земли силой, парни! Именем регента! Так, я встаю, собственно, на сторону тех, кто дефается против этого Лагейна. Впереди врагов! Ну блин, конечно, диалоги в этой игре. Они с такими выражениями лица говорят такие банальности. Не хватает пафоса в этой игре. Все как-то так несерьезно. Все? Не почувствовал? Изи квесты, изи деньги. Уж мы показали этим лагейновым выскочкам. Мы? Поняла. Я думал, я в Солянова. Так ты уже весь мир обходил, вам не кажется? Я уже весь мир обследовал. А что здесь? Подождите, я... А что здесь? Я не совсем помню. Тут какой-то квест какой? Вы вспоминаете, что сражались плечом к плечу с этим человеком при Астагаре? Какой-то бан Лорен. Известная дурной привычка менять союзников 5 раз на дню. Подождай, пока стража уйдет. А что они собираются делать? Они же его... Что я не уверен, что должен тут делать? А, подождал, блядь. Я не уверен, какой тут квест. А, он жив еще, кстати, может я его вылечу? Это Элрик Морейн из почетного караула Кайлана при Астагаре. К тому же доверенный человек короля.
Чего, можно вылечить? Дать ему припарку. Спасибо. Я не думал, что стража Банна так скоро заметит мой побег. Пытался скрыться в лесу, но не успел. А теперь мне пришел конец. Вы были при Астагаре. Вы знаете, как все там обернулось. У меня был выбор невелик. Или помереть, как сейчас, или быть съеденным порождениями тьмы. Или оказаться на виселице, как дезертир. Я убежал, когда Лагейн предал нас. Я бросил своих соратников, и они погибли. И Кайлан тоже погиб. Он был мне не только король, но и друг. Создатель. Все то время, что я просидел в темнице Бана Лорена, только и думал о том, что выпало на их долю той черной ночью при Астагаре. Знаю, даже если бы Лагейн не увел свои войска, порождение тьмы нас все равно бы одолели. Даже Кайлан при всей своей браваде знал, что при Астагаре мы не победим. Король доверил мне ключ от своего оружейного сундука и велел, если что-то случится, интересно, отдать ключ стражам. Это мне, как говорится? Создатель не лишен чувства юмора, верно? Оно и к лучшему. Сохрани я ключ, он был бы сейчас в руках Бана Лорена. Мне было страшно. Я боялся, что потеряю его на поле боя, так что спрятал его в лагере. Он, наверное, и до сих пор там. Где? Ключ за вынимающимся камнем в основании одной статуи. Я нарисую вам карту, чтобы вы знали, где искать. Если среди ваших спутников есть еще кто-то, выживший при Астагаре, возьмите. Они хорошо знают местность, и это поможет вам в поисках. Мне остается только сожалеть, что я не могу присоединиться к вам. Очень важно, чтобы королевские документы не попали в чужие руки. Что Домерикова меча – это слишком могучее оружие, чтобы бросать его на потеху тварям. То же касается прочего королевского оружия и доспехов. И если вам случится обнаружить тело Кайлана, похороните его как должно. Он был нашим королем. Нельзя бросить его смертный прах среди смрадных тварей. А до этого он разговаривал как вполне здоровый человек, у которого все хорошо. Кек. Все эти факторы говорят в пользу небольшого нападения на Астагар и перевешивают риск. Это куда мне надо? И он мне сказал взять в спутники какого-то чела, который был в битве. А только один у меня спутник был, это Алистер, который был при битве, разве нет? Алистер был и собака. У меня есть собака? Доверимся, что собака знает местность. Я не знаю. А что стоп, все стоп, я? Стоп, тут. Что все я? Прикольчик есть. Я этим займусь. Все, наконец-то. Наконец-то пристань. Фух, дошел я до башни магов. Вроде как. Так. Полагаю, мы здесь, чтобы увидеть магов. Чудесно. Твои создатели? Лучше с этим не тянуть. Доходяга Франк. Это один из... один из лжесвидетелей. Земля тебе рипами? Два телохранителя, но... Они из гильдии! Я знаю, вон ту они наняли! Держи их! Какую ты знаешь, погоди? Он про Лилиану? Кто-то приближается. Смотри и ужасайся. Смотри и ужасайся. Четвертую.
Я этим займусь. Вообще не чувствуется. Две дырки. Все. Так, кому я должен передать письмо? Лоране близ озера Калинхат. Это перевозчик? А озеро глубокое? Как думаешь, в нем можно купаться? Выглядит приятно, кстати. Эй, ты! Ты случаем не переправу к башне ищешь? А то мне строго-настрого приказано никого туда не пропускать. Эй, чё, ты в соло собираешься меня не пропустить? Ах так, ты серый страж. Докажи им. У меня есть документы? А какие? Да, ух ты, печать серых стражей. Стало быть, ты заявляешь, что ты из тех самых. У меня тоже бумаги есть. Там написано, я королева Антивская. Что на это скажешь? Так ведь королева это женщина. Не спорь с нашим величеством. Ну хорошо. Достаточно. Дай-ка я оторву пару частей тела, которые все равно не пригодятся. Я доставлю тебя к башне, как ты и хотела. Я буду тут. Стоять, как стоял. Ждать. Не обращай внимания. Че-то кек. Так, Гавгауч, я так понимаю, ты хочешь пометить лодку? А ну-ка. Вот, это она и есть, та анимация. Я понимаю теперь, почему я этого не замечал. Потому что он поднимает ногу, но никакой жидкости не течет. Пиздец. Дезертир Самаэль. Так, погодите. Самаэль это ж... Это... Во. Который должен был искать... И искал 24 на 7 в лесу Брессириан. Вот. А его там не было. И не должно было быть. Так, Самаэль, ты думаешь, тебе твои стражники помогут? Советую отдать добровольно все. Тогда я тебя пощажу. Да? В чем дело? Я боялся, что это может случиться. И надеялся, что за мной придешь не ты. У меня нет выбора. Прости, страж, но я не могу пойти с тобой. А я их именно еще должен арестовать, получается, поэтому они все отказываются. Думал, просто забрать припасы можно. Готово. Раз, и готово. Это что было? Кто-то выстрелил кучей стрел? Да чего же я этого не люблю? Оставь надежду. Оставьте надежду, гайз. Изи. А где вдова? Поняла. Ого. Ого. 10 миллионов квестов. Какие-то еще одни ложные свидетели. Короче, собираем все, а потом посмотрим. Так, миллион квестов набрал. Найти и активировать 4 места магической силы, расположенные в лесу Брессилия, на глубинных тропах, Денриме и у башни Круга. Найти шайку авантюристов, помешать им дать ложные показания о вымышленном маге крови. Найти троих учеников, вручить каждому извещение об увольнении. Отправиться в лес Брессилиан и перебить шайку малификаров. И принести 10 свертков глубинных грибов сообществу магов. Свертки глубинных грибов? У меня есть вроде просто глубинные грибы, этого хватит. У меня есть 19. Сообщество магов благодарит тебя.
Да улыбнется тебе создатель. Это оно? Я грибы передал? Да. Это было изи. Минус квест. Избалованная принцесса. Что там? Так, Лоран, это не она случайно? Вот, Лорана близ озера Каленхат. Да? Как? Ой, это ужасно. Любимый мой. Раздраженный посетитель. Оставь меня в покое. Это что? Подозрительный посетитель? Раздраженный и подозрительный еще. Что уставилось? Могу я спокойно выпить? Что-то здесь не так. Что скажешь? О, любовное письмо. Эти любовные письма я собираю по всему миру. 12 мне их нужно, да? А у меня сколько? 7. Добрый день и добро пожаловать в избалованную принцессу. Я могу чем-то помочь? Почему гостиница называется «Избалованная принцесса»? Так придумал отец. Раньше это была его гостиница. И он назвал ее в честь моей сестры. Она была его маленькой принцессой. Принцесса решила, что тут ей слишком скучно, и уехала в Денрим. Там гламурнее, сказала она. Ее нашли убитой. С нее сняли все дорогие побрякушки, которые ей купил отец на свои кровные. Отец умер от горя, и потрясенная мама перестала есть, а я получил убыточную гостиницу. Имя к ней прилипло. Вот и вся история. Конечно. Чего именно? Целебные припарки хочу выпить. Что-то аптечки заканчиваются, чешу. Концентрирующие реагенты, реагенты для возгонки. Вино. Подарок. Дешево. Все, мне в принципе ничего не надо. А чё у него над головой квест? Какой квест? И снова добро пожаловать в избалованную принцессу. Чем теперь могу быть полезен? Странно, у него над головой квест. Конечно. Если тебе что-то понадобится, сразу сообщай. Подозрительно, у него есть квест, но я не могу его взять. Какая же ты красивая, милая. Какая же ты красивая, милая. Боюсь почти ничего. Возможно, об этом месте и знать ничего не надо, или же оно попросту еще не раскрыло мне своих... Что здесь происходит? Хозяин таверны в скобочках урна священного праха. Чё, блин? Он как-то связан с этим заданием, которое я, в принципе, уже выполнил. А, забейте тогда. Оставь меня в покое.
Кестер. А что, спаси, создатель, мою душу, понадобилось в наших местах такой важной особе? Ха, дыши ровно, дружок. Вот уже много дней никому не дозволяют переправляться через озеро. Я здешний лодочник, то есть был им. А теперь бедняга Кестер сидит без работы. Таким образом, один охранник не позволяет никому переправляться. Там уже согласился. Понятия не имею. Мне ничего не рассказывают. Тут недавно Грегор приходил и говорил: «Ты, Кестер, не волнуйся, у нас тут все схвачено». А больше ничего и не сказал. А теперь вот поставил Кэрола приглядывать за моей лодочкой, моей Лисси. В честь бабули ее назвал. Кто такой Грегор? Неважно. Говорю же, мне ни словечко не сказали. И насколько я знаю магов, в их дела лучше носа не совать. А по мне, так там у них с магией неполадки. Но это как всегда. Я что, храмовник или маг? С какой стати мне станут рассказывать, в чем дело? Ладно, давай. Может и так. Бьюсь об заклад, тебе прямо не терпится. По мне видно. Ну, этого я бы не сказал. Просто он по доброте душевной иногда ко мне заглядывает. Первый чародей тоже ничего. Вежлив всегда. Но какой-то он нелюдимый, если понимаешь, о чем я. А Грегор не прочь побеседовать. По-моему, ему нравится общаться с простым народом, понимаешь? Такого парня, как Грегор, грех не уважать. Так, ладно, давай. Ладно, иди. Береги себя, слышишь? Бесполезный он. Ну что, поехали? Двойной квест. Двойной мейн квест. Поплыли. О, привет. Опять ты? Поболтать пришла? Нет, поплыть в этот раз. Поехали. Ну, пойдем. Пойдем. Храмовники? И пусть еще двое не выпускают из поля зрения двери. Без моего разрешения двери не открывать. Все ясно? Че у вас здесь? Да, сэр. А теперь будем ждать и молиться. У нас тут крайне сложное положение. Тебе лучше уйти ради собственной же безопасности. Разрулю. Вечно серым стражам люди нужны. Как мне это уже надоело. Хотя это ваше право, что есть, то есть. Здесь тебе союзников не найти. У храмовников лишних людей нет, а магам сейчас не до того. Буду говорить откровенно. Мы не в силах справиться с тем, что сейчас происходит в башне. По залам башни бродят одержимые и демоны. Круг погиб. Башня пала. Как я теперь решу вопрос с Эрлом и Амоном? Должны же быть хоть какие-то маги. Мы не знаем. Мы не знаем, что именно случилось. Мы видели только демонов, которые охотились и за храмовниками, и за магами. Я понял, что мы не сможем их одолеть, и приказал моим людям бежать. Ладно, спрошу, чем я могу помочь. Я послал гонца в Денрим, попросил подкреплений и право уничтожения. Право уничтожения? Ты типа не имеешь права драться? Право уничтожения дает храмовникам власть уничтожить магический круг начисто. Положение тяжкое. Выбора у нас нет. Чтобы устранить угрозу, все, что находится в башне, должно быть уничтожено. Мне нужны какие-то маги. Если кто-то из них и выжил,
Значит, их охранил сам Создатель. Никто не смог бы спастись от тех чудовищных тварей. Слишком это мучительно, надеяться, что кто-то уцелел. И обнаружить, что надежды были напрасны. Смею тебя заверить, даже один одержимый — это грозная сила. А там их десятки. По-моему, я ультрасильный. Я не чувствую игру даже на кошмарной сложности. Если у тебя получится, я буду тебе очень обязан. И даже выделю для тебя храмовников в помощь. Раз Денрим молчит, мы должны действовать сами. Битва с порождениями тьмы — вполне достойная задача. Нам нечего предложить, кроме благодарности и верной службы. Я слыхал, что в башне хранится немало ценных артефактов. Это мне? Тогда нам придется смириться с тем, что они безвозвратно потеряны или уничтожены. Хочу предупредить. Когда ты переступишь этот порог, обратного пути уже не будет. Двери башни должны быть заперты. Так. Я ни для кого их не открою, вроде пока не буду хватает. Уверен, что в башне безопасно. А уверен я буду лишь тогда, когда ко мне явится сам первый чародей и сообщит об этом. Если же Ирвинг погиб, значит, круг пропал и должен быть уничтожен. Да дарит тебе Андрасты своей отвагой, что бы ты ни решила. Чё, погнали? Уничтожить порочный круг. Тогда храмовники присоединятся к моей армии вместо чародеев. Мне же нужно найти, чтобы кто-то помог с Коннором. Надо хоть какого-то выжившего найти. Так. Это торговец, так понимаю? Будь настороже. Они могут ударить в любую минуту. Скорее бы это закончилось. Припасы подходят к концу, и я не знаю, сколько еще мы продержимся. Нам нужно, чтобы все одержимые демоны отсюда убрались, если ты об этом. Если у тебя есть что-то на продажу, тоже будет помощь. Посох послушника. А у тебя что есть? Бомба, разлагающая душу? Кек. Есть что-то поинтереснее? Кинжал. Булава освободителя. Шлем солдата. Какое-то дерьмо юзлос опять в основном. Ничего интересного. Шип. Благословение Андруила. Вау. 106 золотых. Вау. Полегче. Тут у некоторых торговцев есть прям реально хорошие шмотки. 2 ко всем статам, 20 к устойчивости к силам природы, 1 к восстановлению маны в бою, 1 к восстановлению выносливости в бою, 10 к физической сопротивляемости. Вау! That's cool! Ну, это надо купить. Этот пояс надо купить. Я его мейн-герою дам, конечно же. Вау. Будем фармить? О, рюкзак. Давайте, наверное, еще один рюкзак возьму туда. Оп, 100. Самани. Хочешь вина? Чем у тебя 98 отношения? Ты охуела? О, спасибо тебе. Ты не охуевай, девочка моя. Все, могу идти или... Подождите, или это еще... А, все, за нами дверь закрыли? Окей. Что ты головой крутишь? Типа мы не вернемся? Тумбочка ученика. Это что, Мабари пометил или что? Поняла.
Аня. Новое задание, Страж Предела. Тут куда-то подземелье еще есть? С какими-то фолиантами. Хаос Стоящей Башни позволил одному ученику добраться до некой древней тайны. Найди все его записи и, быть может, раскроешь секрет башни. Уже иду. Музыка на страшно вырубающих. Лучше с этим не тянуть. Сколько трупов? Окей, еще одна тумбочка ученика. Какой-то старый фолиант упал и раскрылся на странице предел. Это предыдущая запись. Все в порядке? Еще одна тумбочка ученика. Я этим займусь. Пятно. Клянусь дыханием Создателя. Ульдред выпустил одержимых. Если доберешься сюда, в пятне найдешь то, что может тебе вот помочь. Что может тебе. Что поможет тебе выбраться. Пятне. Что за пятно? Ладно, ладно. Продвигаемся. Там вроде выжившие, причем толпа. Это кто еще, бля? Стой, где стоишь. Еще шаг, и я клянусь, я прикончу тебя на месте. Я Вин, маг круга, и эти дети под моей защитой. Кто ты и зачем здесь? Храмовники открыли дверь? Отвечай и быстро, я не потерплю уверток. Слушай, ты лучше не угрожай мне. И тебе, вероятно, сообщили, что круг сейчас не в том состоянии, чтобы тебе помогать. Ну так почему же храмовники тебя пропустили? Они собираются атаковать башню? Значит, все-таки храмовники за ним послали. Я боялась, что они так и поступят. Что еще они могли сделать? Значит, Грегор думает, что круг обречен. Вероятно, он решил, что все мы уже мертвы. Они бросили нас на произвол судьбы, но даже запертые в ловушке мы выжили. Однако, если храмовники объявят право, то мы не сможем выстоять против них. Скажем так, нечто вроде мятежа во главе с магом по имени Ульдред. Вернувшись после битвы при Астагаре, он попытался захватить власть над кругом. Как видишь, не все у него пошло гладко. Я не знаю, что стало с Ульдредом, но уверена, это все его рук дело. И я не допущу, чтобы а где ваш Ирвинг? Погиб из-за гордыни и глупости одного человека. Предоставь это мне, я спасу магов. Я возвела барьер перед дверью, которая ведет вовнутрь башни, чтобы никто оттуда не смог напасть на детей. Пока барьер держится, ты не сможешь пройти в башню, но я сниму его, если ты поможешь мне спасти этот круг. Подожди, что она хочет?
Как только Грегор поймет, что башня больше не опасна, он наверняка прикажет своим людям отступить. Он здравомыслящий человек. Подождите, она не снимет барьер, пока я не скажу Грегору, чтобы он отменил уничтожение? Но если она не снимет барьер, то я не смогу зачистить башню. Тогда наша задача ясна. Мы должны спасти Ирвинга. Вот-вот, так где он? Сиди лучше здесь. Мне нужно побольше магов, чтобы осталось живых, на всякий случай. Нет. Я знаю башню и знаю, с чем мы столкнемся. И если круг воистину пал, и все маги погибли, я хочу увидеть это собственными глазами. Да плевать мне на детей. Дети мне не помогут, наверное. Мне наплевать вообще. Петра, Кинон, присмотрите за остальными. Я скоро вернусь. Вин, ты уверена, что хорошо себя чувствуешь? Тебе раньше так сильно досталось. Может, мне стоит пойти с вами? Дети больше нуждаются в твоей защите. Я не пропаду. Оставайся с ними. Успокой их. Обереги. Приятно видеть такую уверенность. Хотя все же постарайся, чтобы она не заслонила от тебя твои слабые стороны. Если ты готов, пойдем и покончим с этим. Неплохое выражение. Постараться, чтобы уверенность не заслонила от меня мои слабые стороны. Так, а я обязан ее с собой брать? Подождите. What? А, она у меня в пати по умолчанию? Ну ты охуела. Действительно. Тогда придется без собаки играть, наверное. Голем довольно-таки важен. Или без Лилианы? Не, как-то без Лилианы. Надо с ней играть. Она мне сундуки открывает и бафы дает. Без собаки, наверное? Да. Но Грем будет быстро умирать тогда. Один танк всего лишь. Давайте попробуем без Гавгавыча. В таком случае. Приятно знать, что хоть кто-то из Серых Стражей выжил. Мы скорбим о гибели твоих собратьев. Мы слыхали насчет Лагейна. Я представить себе не мог, что Тейрн окажется предателем. Вин была в Астагаре. Вернувшись, она рассказала нам все. К чему говорить о прошлом? Будь там осторожна и постарайся выжить. А ты когда-нибудь видела одержимых? Думаю, ты не ожидала, что круг окажется... Да, таким. Я все думаю, что это наказание за наши... за то, что мы маги. И именно поэтому храмовники должны покончить с нами. Не говори так. Это неправда. Ты заслуживаешь права жить, как и все остальные. Их мечи, как тот самый меч милосердия, который отправил Андрасты к Создателю. Я не знаю, что выбрать. Ты приедешь, короче. Буду молиться. Доставим мы свои прокаженные тела и обретем покой у Создателя. Запрещаю тебе бредить. Так, что-то у меня за дурочка вместо собаки. Что у нее вообще есть? Блин, у нее столько всего. У нее хил, кстати, есть. Бля, у нее столько скиллов. Вот. Возрождение. У нее миллиард скиллов. Ох ты, ё-моё. Очищение. Что очищение делает? Героическая аура.
хуярь волшебной стрелкой? Это все ее скиллы или у него еще что есть? Каменный кулак. Заклинатель увеличивает боеспособность союзника, давая этому бонус к атаке. Ха. Героическое нападение. Союзник. Ближайший видимый. Или союзник, я не знаю. Ближайший видимый разбойник. Блин, столько проблем. Союзник, здоровье, каменный доспех. А, каменный доспех? Что, я не вижу? Ну ладно. Землетрясение. Блять, союзники тоже могут пострадать. Групповое очищение. Руны паралича. Ну блин, столько всего. Пойдет у тебя скиллов. Это почему не стоит? Хранитель жизни. Может тоже пригодится. Руны паралич, наверное, не буду использовать, да? Ускорение поддержано. Хм. Так хули ты ее не активируешь? Где твое ускорение? Не понял сейчас. Окей, все. Так, хоста. Хранитель жизни. Хранитель жизни надо бы на автомате использовать. Так, лечение ты можешь делать, я думаю, и почаще. Мое меньше 75. Не, ладно, пусть будет меньше 50. Союзник, здоровье. Меньше 25. Вот эта штука. Хранитель жизни. Попробую. Это по твоей части. Интересно, как быстро я буду бить хостой. Вот мы и на месте. Ха. Сама себе удивляюсь, что сумела так долго удержать этот барьер. Временами я выбивалась из сил, но приходилось держаться, чтобы уберечь нас всех от опасности. Будь готов ко всему. Я не знаю, какие твари рыскают за этим барьером. Ты готов? Let's go. Отлично. Внимание. Что здесь?
двери держит какая-то немыслимая сила. Как пожелаешь. Опять бафы слетели. Почему постоянно бафы слетают? Ладно. Прохладно. Автосейв, цимани. Мне должно быть страшно. Одержимый. А ну. Вау. Сложно-то как? Это кто огнем хуячит? Это ты? Да? Это ты чем хуячишь? Или это у тебя посох хуячит огнем? Что еще? Я что-то не понял, как это нахуячит. Какую-то бы ей броню надеть, наверное. О, один к силе, один к магии. На, поноси. Пусть будет, что. Надо ей что-то надевать потихоньку. Надеюсь, она потом с моим шмотом не пропадет. Так, может, сразу не стоит подбирать всякий мусор? Это можно взять, но вот щит забейте. Бумагу тоже забейте. Опять эти записки ученика. Говорю вам, ребята, это экзамен в точности как с призывом. Еще бы еще отменили занятия. Подождите, это я читал. Первый чародей Дорвал внезапно умер от болезни легких. Многое понял. Здравствуйте! Ха! Кто огнем хуячит? Ты нас хуячишь? Погоди. Понять не могу. Это она нас хуячит? Я этим займусь. Поняла. Лучше с этим не тянуть. Сюда! По-моему, она нас бьет огнем. Тебе не надоело нас хуярить огнем? Я пытаюсь понять, каким образом она это делает. Странно. Договори уж. Ладно, ладно. Что происходит? Мы нашли книгу с ритуалами призыва, будет неразумно, да и небезопасно пытаться производить подобные мероприятия, когда библиотека в таком состоянии. Это я только что этим занимался?
какие-то руды нахожу. Это, походу, квестовая. Так, берем только припарки. Ты можешь шлем надеть бы этого? Хочешь шлем? Вон она. Надо ее усиливать, раз она со мной бегает. Все, мы идем дальше. Я вроде бы ничего не пропустил. Ладно, ладно. Пока не чувствую. Комната Авейна рядом. Надеюсь, он в порядке. Сейчас, секунду, альтамус. Тупо сек. Авейн. Пожалуйста, не заходи в кладовую. Там кавардак. Я так и не смог привести ее в порядок. Меня зовут Авейн. Я заведую магической кладовой круга. Я пытался прибраться, но немногое смог сделать. Что-то я не совсем понимаю. Странно себя ведет? Я пытался уйти, когда все казалось утихло, и наткнулся на барьер. Другого выхода я не нашел, так что вернулся к своим обязанностям. Ха. А люди говорят, что големы не особо-то живые. Авейн, надо было покричать. Я бы открыла тебе дверь. В кладовой все родное, знакомое. Мне уютнее здесь. Нет, наверное, мне повезло. Подозрительно. Я бы не хотел умирать. Будет лучше, если башня станет прежней. Может быть, у Ниала все получится, и он нас спасет. Не знаю. Он пришел сюда с несколькими магами и взял Литанию Адраллы. Она же защищает разум от контроля. Неужели тут действует магия крови? Не знаю. Ниал был на встрече. Он должен был знать. Магия крови. Я опасаюсь этого. Под действие магии крови можем попасть и мы. И что случится тогда, кто знает. Мы поищем. Да за что? Летание поможет нам выстоять против магов крови, которые нам встретятся. Удачи вам. Может быть, скоро все это закончится и все вернется на круги своя. До свидания. Они могут контролировать моих персонажей или что? Интересно. Так. Поняла. Промокший портрет. Пожалуйста, не привлекай ко мне внимания. Я хочу уцелеть. Вот тут тебя ни разу не видно. Чел. Тихо, оба. Кажется, так. Я что-то слышал. Не понял, а что здесь? Что умри! Ты? Умри! Это еще кто? Думал, это свои? Там кто-то стоит вроде за этой дверью, за этим барьером. Не, блядь. Меня дамажит. Я этим займусь. Молю тебя. Молю, не убивай меня. Объясни, почему я должна пощадить твою жизнь. Я знаю, что не имею права просить пощады, но... Я не хотела ни разрушений, ни смерти. Мы
просто пытались обрести свободу. Ульдред сказал нам, что Круг поддержит Лагейна. А Лагейн поможет нам освободиться от церкви. Ты не знаешь, каково это. Храмовники следят за тобой день и ночь. Мы думали... Всегда ведь кому-то приходится сделать первый шаг. Добиться перемен, неважно какой ценой. Никакие перемены не стоят того, что вы сотворили здесь. А теперь Ульдред обезумел, и мы разбиты. Обречены гибнуть поодиночке от руки тех, кто стремится исправить наши ошибки. Что же еще я могу сделать? Мне некуда деваться. Оставлять ее в живых, а зачем? Что, что взамен? Если вы пощадите меня, я могла бы бежать и искать покаяние в церкви. Я просто хочу жить. Умоляю вас. Как-нибудь выберусь, умоляю тебя. Клянусь, я постараюсь обратить свою жизнь на добрые дела. Пиздец, она просит. Как она собирается выйти отсюда? Спасибо. Создатель никогда не забудет твоего милосердия. Лучше с этим не тянуть. Ну, подумаешь, не убил ее, даже если она меня предаст и появится снова, то это ж не сильный противник. Вот здесь было заблокировано, теперь тут свободно. Странно. А мы пришли отсюда, правильно? Еще одни записки ученика. Башня существовала задолго до... О чем он пишет? Появление круга. Вряд ли мы были первыми, кто привлек магию в эти залы. Это всегда казалось маловероятным. Тайник Белла. Свиток Бонастора. Мне нужно найти 5 штук, да. Поняла. Торговая декларация какая-то. Так понимаю, этой дурочке надо дать какие-то бутылки на ману? Куда идти, в эту сторону или в ту? А, здесь я все обследовал, тут дальше некуда идти. Здравствуйте. Кто, блядь, огнем хуячит? Это их трубы взрываются или что? А что все я? Что все я? Да бей их, блин! Смотри и ужасайся! Как я тебя сейчас четверку! Так это явно не она огнем бьет. Это, скорее всего, трупы взрывались тех одержимых, как я и думал. Ладно, ладно. Замороженная молния.
улети. А что все я? Что все я? Отходим. Что все я? Хотя они еле косят. Ладно, ладно. Не понял. Шкаф едва заметно дрожит, из него доносится тихое похныкивание. Выбить дверь ударом ноги. Я ж ничего не сделал. Только не убивай меня. Я никто. Я просто, не хочу умирать. О, создатель. Жалкий глупец. Почему мне прямо сейчас не покончить с тобой? Спасибо. Кажется, теперь я могу вздохнуть. Годвин, маг Фрилданского круга, к вашим услугам. Всюду были демоны. Они закрывали выход. Вот я решил, что лучше в таком положении спрятаться и сидеть очень-очень тихо. Так значит, я ему просто верю? Я просто хочу спрятаться в безопасном месте. Пожалуй, пока останусь здесь. Может, ненадолго вернусь в шкафчик. А зачем мне он нужен? Ты мог бы пойти со мной? Неплохая мысль. Сиди в шкафчике. Спасибо за то, что спас мне жизнь. Дай нам, Создатель, встретиться в менее опасные времена. Отдыхай. Шкаф. Трудно затаиться и не высовывать носа, когда ты все время здесь шастаешь. Лол-кик. Кик-лол-кик-кик-кик-лол-кик. Дай я попробую. Это по твоей части. Клобук ученика. Не понял, почему меня сбиваются эти бафы постоянно? Это раздражает. Пока изи не чувствую вообще. Если... Не понял. Поняла. Это еще что? Больше нет. Нава, послушайте их диалог. Я этим займусь. Мне кажется, или тут что-то еще было? А, вот, записка ученика. Что-то не очень интересно читать это. Лучше с этим не тянуть. Шнурованный ремень создателя. Так себе. Но можно дать какой-то поясок этой Вин. Лучше, чем ничего. Куда его? А, у нее... Понял. У нее сумка на два к магии. Разумею. Not bad. Я кого-то пропустил? Всех убью! Кто-то должен сказать! И уж точно это не я! Так, а это куда меня ведет? Раз и готово. Раз и не готово. Поняла.
еще какая-то дверь, которая не открывается, это уже вторая. Вряд ли я за этот вот закончу башню магов. Я уже спать сильно хочу, поэтому я говорил вначале, что это микровод будет. Сейчас еще мы обе закончим этот этаж и следующий, или только этот. Короче, посмотрим. Но я иду спать сейчас. Так, тут нет этих записок ученика? Еще одних. Вроде не вижу. Признаюсь, твое лицо кажется мне знакомым. Не могла ли я видеть тебя при Астагаре? Ты же видел демонов, верно? Не сомневаюсь, что мы их еще повстречаем. Но куда больше я боюсь одержимых. Это уже не люди, и движет ими только жажда разрушения. Одержимые не так опасны, как я. Твоя уверенность и вдохновляет, и пугает меня. Адрала был бард на службе у владыки церкви Клеменса во время второго высокого марша. Ересь расколола церковь на ту, которую мы знаем сейчас, и имперскую церковь Тевинтера. В те времена, как легко представить, Тевинтерской империи мало доверяли. И хотя имперская церковь запретила магию крови, церковь, наша церковь ей не поверила. В конце концов, многие тевинтерские маги и даже лорды-магистры на протяжении веков не раз беззастенчиво пользовались магией крови. С помощью церкви и храмовников Адрала написал летанию, которая защищает разум от власти магов крови. Чтение вслух летаний избавляет разум от уже наложенного контроля и предотвращает все дальнейшие попытки врага овладеть им сызнова. Не совсем понимаю, так если уже разум контролируется, как ты себя можешь заставить читать вслух летанию эту? Ульдред, может, я чересчур придирчива, но он никогда мне не нравился. Он был какой-то эксцентричный, дерганный. Он никогда не брал себе учеников. Никого не наставлял. Ему не было дела до круга. Его заботили только собственные успехи. Судя по твоим словам, он не так уж плох. Ладно. Не сомневаюсь, что Ульдред обладает некоторыми достоинствами. Вероятно, у него есть веская причина их скрывать. Ладно, идем, короче. Тогда вперед. Мне особо интересно с ней разговаривать. Мне же ее зафорсили в пати. Так, я кругами бегаю или что? А, нет, нормально все. Тут я еще не был. Амулет церкви? Подарок. Лилианочке бы понравилось, только у нее и так отношение огромное. Лучше с этим не тянуть. Статуя Андраста лежит в грязи. В ее постаменте укреплен небольшой стеклянный амулет, каким-то образом вставленный в цельную каменную резьбу. Взять сосуд. Страшно-то как? Кому пришло? Ого! Чего? А что это, это что было? Бать, у меня так спит. Ты об этом пожалеешь. Не, ну нормально так ебанул. Но мой ДПС это что-то с чем-то. Из сильванового дерева. Мобино нормально стоит. Все. И что я взял? Где этот сосуд? Я взял сосуд с каким-то... С какой-то... Что было внутри? Должен был это прочитать.
Я понял, что я нихуя не понял. Лучше с этим не тянуть. Ну, убили мы эту мерзость. А, мы обрывок бумаги надо взять. А, там оно есть, да. Следующий этаж. Третий этаж. Поняла. Это кабинет Ирвинга. Я полагала его здесь застать, но не стоило на это надеяться. Уже иду. Лут. Клочок бумаги, как его забрать? Оп. Сундук Ирвинга, книжный шкаф. Маленькая расписная шкатулка. Вы добыли небольшую расписную шкатулку, как просили друзья рыжей Дженни. Награда, какова бы она ни была, ждет вас в торговом квартале Денрима. Но меня никто не просил об этом. Мне только что квест появился. Ошибка Ирвинга. Ульдред оказался весьма полезен в обнаружении нужных нам признаков. Его способность вводить в заблуждение просто восхитительна. То есть изначально этого Ульдреда использовали, чтобы находить магов крови, а потом оказалось, что он поднял восстание. Черный гримуар. Ладно, ладно. Так, ну пошли еще сходим на третий этаж. И, наверное, пойду спать. Хотя уже пойти бы спать, на самом деле. Просто спать сильно хочу. Но можно, думаю, еще зайти на третий этаж. Чисто по-быстрому. Примерно так почувствовать обстановку. Пока я не совсем понимаю... Что у меня по квестам этим? Две закрытых двери еще было. А походу я активировал место силы какое-то. Это вот, сообщество магов квест. Походу я одно из них активировал, правильно? Судя по всему, да. Какую я книгу нашел с ритуалами призыва? Где она находится у меня? Книга с ритуалами призыва? Почему я ее не вижу? Я не вижу никакой книги с ритуалами призыва.
Все ушли. Или погибли. Я опасаюсь худшего. Сколько здесь вообще этажей? Так, еще чтобы не пропустить записки этого ученика какого-то. Я этим займусь. Сэмони? Я этим займусь. Лучше с этим не тянуть. Меня просто коцает, когда я подхожу к статуе. Мэби, да говори уж. Мэби Голем? Чё за хрень? Странно. Что мне там в земле не сидится? Это что сейчас за упырь? Голема убивают. Так быстро? Ауч! Сколько дэмэджа? Чё за... Чё себе? Мэби, ты будешь лечить кого-то? Вперед! Да, да! Я этим займусь. Ладно, ладно. Как обычно, в основном маги дамажили. Так, я не понял. Почему ты Лилиану не лечишь? У нее же не фулл ХП. А, у тебя мана закончилась? Бля. Так и сделаю. Вот у нас боец раненый, алё. Направь меня. Ладно, ладно. Голем не встает. Лучше с этим не тянуть. Кого-то мы не добили. Отлично. Ну, полтора золотых. Так, я не понял, почему голем не встает? Мы всех убили. Боевая музыка играет до тех пор, пока я всех персонажей не подниму или что? Странно. О, записки ученика. В которых я ничего не понимаю, что он несет. Не про думаю, что он несет. Что эта история хорошо закончилась для нашего молодого... Автора заметок. Начинается ритуал в парадном зале, хотя Гант явно так и не сумел довести дело до конца. О древнем ритуале в башне круга начинается ритуал в парадном зале. Я ничего не понял. Надо все по очереди читать или что? Даже не знаю, где эта книжка дурацкая.
Ее нашел вроде, но у меня ее нету. А, я запутался. Парадный зал это где? Короче, пока что я туплю. Ловушка прямо впереди. А, их там много. Поняла. А вот и ваши друзья. Не чувствуется. Обрывок бумаги. Ультрат покажет нам путь. Разве что путь в помойку. Опять лаги? Да за шо? Ловушка прямо впереди. О, ку! Поняла. Сейчас я тебе задам! Что, блять? Что это было? Хуя себе храмовники дамажат. Ай! Ты можешь его... Поняла. Он ее убил! Смотри и ужасайся! Как я тебя сейчас четвертую! Что-то я не ожидал, что храмовники... такие сильные? Ну ладно. Терпимо. У меня куча аптечек. Ну и ладно. Вырванная страница. 5 страниц, 4 мага. А что все я? Что все я? Так, это, походу, проход дальше. Там куча врагов. Поняла. Ну что можно из этого понять? Упс! Так. Что-то здесь не так идет. Отходим. Если... Maybe землетрясение какое-то, ебани? Ты что прикажешь? Бей кого-то, maybe. Что-то на месте стало. На нахуй. А, ну нет. Это еще ж, блядь. Ай-яй-яй, что-то больно дамажит. Хотя, не, не чувствую, не чувствую. Вот демона желания нужно убить. Что это за шлюха, блин? Все, изи. А как тогда два храмовника убили эту Вин? Теперь было штук 5, они никого не убили. Думаю, будет сложно. Маленький золотой слиток. Лихорадка. Чё за мусор?
А что все я? Что все я? Что мне игра лагает? Ладно, ладно. Ну, это абсолютно бесполезно. Для понимания происходящего, так и для любых квестов. Сию же минуту. Я нихуя не понял. Так, все, дальше на следующий этаж. Пока ничего не понимаю, что по квестам. Я нашел книгу с ритуалами призыва. И этот страж предела. Начинается ритуал в парадном зале. Да что за лаги? Пачки. Так, что здесь? Вроде не страшно. Я этим займусь. Добрый день. Поняла. Поняла. Домой. Не чувствуем. Теперь будешь знать. Шейла танканула, все идеально. Усмиренный. Что это за место? Статуя. Четвертый этаж. Так, все, на четвертый этаж не пойдем пока. Благодарю тебя. Это была неприятная ситуация. Мне надо спрятаться, чтобы такого больше не случилось. Я могу активировать статую? Что будет? Эти статуи по-любому как-то связаны со Стражем Предела, разве нет? Начинается ритуал в парадном зале. Бля. Науки призыва. Меч опущен, чтобы пронзить насквозь и воткнуться в землю. Так, связано со статуями по-любому. Нити сожжены перед великаном, копье поднято. Он стоит один, так что шепот солгал. Сосуд в руке, словно из ниоткуда обретают силу. Сосуд в руке. А, то я помню. А где здесь ритуальная запись? Но я забрал тот сосуд, подождите.
Еще одна ритуальная запись. Меч поднят, чтобы рассечь связь. Так. Парадный зал. Все это время оно было спрятано прямо над нами. Сосуд в руке, слова из ниоткуда обретают силу. Поставить чашу. Меч поднят, чтобы рассечь связь. Цепь разрублена. Меч опущен, чтобы пронзить насквозь и воткнуться в землю. Ярость. Найти нити помещены перед воином. Копье поднято. Огражден с обеих сторон, так что шепот солгал. Где это? Оно прошептало приказ, но его нигде нет. Блять. Что это значит? Меч поднят, меч опущен. Копье поднято. Сосуд в руке. Здесь щит в руке у статуи. Я не знаю. Но это нужно возвращаться и думать. Сейчас бы думать. Сейчас бы возвращаться. Короче, в любом случае, наверное, это буду делать, когда закончу с этажами. Хуй поймешь. Мне надо пиздец, сколько спускаться будет. Ладно, продолжим потом. Спать сильно хочу. Всем пока. Лицо, рука.